Здравствуйте, дорогие друзья, юные натуралисты. Сегодня 4 мая 2020 года, и мы продолжаем наблюдать за поселением земляных ос в нашем городском парке. Значит, какие мы делаем выводы к сегодняшнему дню, что сейчас стало больше наблюдаться вот таких вот тоненьких. Сейчас я возьму палочку и сакцентирую ваше внимание. Вы видите, наверное, да, вот эту тоненькая мушка, которая копается. Я ее даже как бы называю осовидная муха, потому что не совсем она похожа на осу, она более тонкая. Мы всего здесь зафиксировали 4 вида. Вот еще одна, да, копается. Вот еще одна копается. Вот, и вот эти вот самые тоненькие, самые маленькие. То есть пик активности у других ос, более крупных, вот таких вот, он уже, видимо, прошел. Они уже сделали свои норки. Вот такая коричневая и желтая еще мы видели, которые здесь. Сейчас вот стало больше таких вот тоненьких. Вот видите, она копается. Ну, что интересно, я почему стал ее снимать? У нее другая немножко техника рытья. Вот смотрите, она всеми тремя лапами роет. Вот если эти крупные, они как-то в основном только задними выпихивают землю. А вот видите, она усики свои, это улетело. Ладно. Вернемся к тем трем. А еще вот посмотрите, какая идеально ровная, идеально гладкая норка. Но это крупная. Понятно, что это норка крупной земляной осы. Но посмотрите, какая она идеально ровная. Это прям, ну, просто шедевр. Шедевр. Никаким циркулем не нарисуешь такой круг, какой сделала эта оса. Вот. Вот она, автор, так сказать. Ну, не конкретно эта оса, но вообще вот оса вот этого вида. Вот, давайте вернемся к нашим тоненьким осам. Так, а я что-то их не наблюдаю. Ну, они за это время могли улететь, Да, жизнь не стоит на месте. Они, в общем-то, здесь находятся не для того, чтобы позировать нам на камеру, а для того, чтобы заниматься своим делом, продолжать свое потомство. Ну ладно, до новых встреч.